Всем привет, дорогие друзья, с вами Павел Георгиев и Георгиев Трейл в Москве, как вы поняли. Сегодня я вас прокачу по необычным местам, это будут самые высокие точки Москвы, поэтому отправляемся вместе со мной, будут прекрасные виды и много полезной информации. Уже ее начали с вами, стоим на самом высоком месте, на Красной площади. Обязательно поставьте лайк, досмотрите видео до конца. Если не понравится, всегда можно успеть поставить дизлайк. Отсюда открывается отличный панорамный вид на Замоскворечье, на храм. А вот с этой стороны у нас открывается большой панорамный вид, как вы видите, на ГУМ, на всю эту торговую площадь. Да, то есть, и вот именно в этой точке, в которой мы с вами, друзья, стоим, посмотрите, сама Спасская башня, да, как раз отсюда выходит, например, президент, да, когда проходят какие-то мероприятия и так далее. То есть, чтобы вам было максимально видно все, и был большой обзор на Красную площадь, и получились классные фотографии в том числе, вам необходимо прийти вот на это место, запомнить его возле Спасской башни, прямо вот здесь подходите, это самое высокое место Красной площади. Друзья, наша высокая точка – это не просто место, где мы можем посмотреть. Здесь еще вам будет проведена экскурсия с рассказом об исторических всех моментах. Все, что связано с Красной площадью, соответственно, Кремлем, вам расскажут про эти все башни и так далее. А еще мы прогуляемся с вами по ГУМу. И дальше мы уже отправимся на следующую локацию, на следующую самую высокую точку, откуда откроется у нас очень крутой панорамный вид на этот Кремль. С этой стороны, друзья, очень часто как раз многие выходят на Красную площадь. Здесь находится метро «Охотный ряд». Отсюда открывается весь этот панорамный вид. На самом деле, летом, пока здесь нет катка, я думаю, что с этой стороны лучше всего заходить, потому что когда вы первый раз заходите на Красную площадь, вы просто поражаетесь вот этим виду сразу обзорному. И это тоже очень классная точка, хоть она и невысокая, но я считаю очень обзорная и, наверное, даже эффектная. Поэтому рекомендую с этой стороны заходить. И там, кстати, начинается нулевой километр, отсчет всех дорог России. Друзья, меня очень часто спрашивают, как найти Никольскую улицу, все хотят прогуляться по ней. Так вам отвечу на вопрос очень просто. Посмотрите, позади меня находится вот такая красивая Никольская башня, да? И прямо напротив нее находится Никольская улица. Как раз вход вот здесь, где я говорил, где нулевой километр вы заходите. Никольская башня, Никольская улица. Мы с вами забежали в ГУМ, показать эту красоту просто и обязан. Все-таки ГУМ, друзья, это самое настоящее, наверное, погружение и в прошлое, и в то же самое, наверное, в новогоднюю какую-то праздничную атмосферу. Здесь играет всегда музыка прошлых лет. Здесь на Новый год особенно красиво, как вы заметили, да. И если вам не хватает новогоднего настроения, вы можете сюда приехать. На самом деле, друзья, даже летом создается тоже очень классная, уютная атмосфера. Это особенный магазин, не такой, как многие другие торговые центры. Поэтому за прекрасным настроением ГУМ обязательно забегите. Ну что, друзья, отправляемся с Красной площади на следующую точку высокую Москвы, с которой открывается красивая, как обычно, панорама. И хочу напомнить, что вот сейчас, если вы здесь находитесь, где Красная площадь, многие спрашивают меня тоже, где парк Зарядье находится. Он прямо вот здесь, вы ходите, парк Зарядье прямо вот здесь. Здесь есть большой мост, который свисает над дорогой, над рекой тоже открываются классные панорамные виды. Поэтому прогуливаясь по Красной площади, обязательно забегите еще и в парк Зарядье.
Вот в таком трансфере, приобретая обзорную экскурсию по видовым местам Москвы, вы можете передвигаться так, что комфортабельно, удобно, просто и даже зимой вы не замерзнете. Напоминаю, что зима в Москве редко бывает холодной, поэтому даже за это не переживайте. Ну что, друзья, мы двигаемся с вами на следующую высокую локацию в Москве. Обязательно поставьте лайк, досмотрите видео до конца. Уверен, вам все понравится, и вы захотите посетить эти места, эти локации, и увидеть такие же панорамы, и еще больше информации получите, находясь на данных экскурсиях. Поэтому смотрите этот выпуск. Друзья, мы с вами приехали не просто в удивительное место, где открывается классный панорамный вид, но и еще историческое и православное место. Сюда, конечно же, в первую очередь нужно зайти в храм. Тот, кто православный, может помолиться, да, посмотреть, как все внутри сделано, насколько это все красиво, да, обратиться к каким-то святым с просьбами и так далее. И уже после этого, конечно же, выйти на обзорную площадку, увидеть огромную красивую панораму города Москвы, ее центра и, конечно же, Кремля. Так что прямо сейчас мы с вами и отправимся на самый верх, чтобы посмотреть Москву с высоты. Пойдемте. Ну вот, друзья, мы вышли на одну из стен храма Христа Спасителя, где открывается панорамный вид. Друзья, вот для вас интересный факт. Видите, это парадная резиденция Кремля. Как видите, флага на ней нет. А это означает, что президента в Москве тоже нет. Если бы он был, то флаг бы развевался. Виды, конечно, здесь открываются потрясающие. Конечно, сам храм – это самое главное здесь. Но виды, которые открываются этого храма, это просто супер, друзья. Поэтому обязательно приезжайте в храм. Если есть возможность, обязательно возьмите программу, чтобы вы могли попасть на самый верх. Но я напоминаю, что все эти программы вы можете приобрести по моему промокоду Георгиев Travel у туроператора Мустур. Ниже по ссылочке переходите и пользуйтесь. Переходите на сайт, смотрите, очень много разных программ. И одна из них – это как раз вот высотные места Москвы, обзорные виды Москвы, виды из птичьего полета. В общем, как угодно, да, вы это все можете увидеть. Ну что, мы отправляемся с вами дальше. Друзья, ну я вот так быстро переметнулся и нахожусь уже на станции Лужники. Это не станция метро, это канатная дорога. Именно по ней сейчас я поднимусь прямо на обзорную площадку Воробьевой горы. Я здесь первый раз таким способом подниматься. Этот фуникулер я видел, замечал, но ни разу отсюда не подъехал. Поэтому мне очень интересно прокатиться и, конечно же, посмотреть одну из высоких точек Москвы, где открывается вид на все. Канатная дорога здесь не такая протяженная, да, как в некоторых странах бывает, да, в горах. Но тем не менее, если отсюда открываются классные панорамные виды, очень красиво. А самое главное, это очень удобно сесть на фуникулер, подняться на смотровую площадку и вернуться обратно.
Муравьёвы горы – это одно и то же стоящих мест. Сюда можно просто прикатить, посмотреть виды. Причем как зимой они хорошие, так и летом. Летом здесь добавляют антуражу высаженные цветы. В общем, классное место, классная площадка. И много куда здесь можно сходиться и прогуляться, и пешком, и на велосипеде. Ну так, мы с вами по программе. И у нас еще сегодня ждет еще одна высота. Прямо сейчас отправляемся туда. Друзья, ну я приехал на смотровую площадку, наверное, главную смотровую площадку. Как вы думаете, что это? Ну, конечно же, это Москва-Сити. Дорогие друзья, мы побывали с вами практически на всех высоких точках города Москвы. Теперь и вы можете отправиться на такую экскурсию. Чтобы найти такую экскурсию, не забудьте перейти по ссылке под моим видео. Используйте мой промокод GeorgievTravel. И увидимся в следующих видео. Пока!